На моем канале уже 2 миллиона подписчиков! Это очень круто! Спасибо всем, кто подписался на мой канал! Но почему моя обложка выглядит как какая-то свалка? Только посмотрите на это! Не, ну если вы мне не верите, то это в натуре свалка. Смотрите, здесь какие-то горы мусора. Здесь туалеты, носки валяются. Короче говоря, я не знаю, что здесь произошло, но мы с вами большие молодцы. Мы прошли эту бешеную игру на обложке. Давайте же посмотрим, что мы выиграли. Блин, тут же сундук был с сокровищами, а? Мне уже не терпится узнать, что же будет в этом сундуке. Так, поздравляем, вы достигли 2 миллиона подписчиков. Ну да, а то я, блин, не заметил. Что? Я получил за это только 100 очков опыта? За 2 миллиона подписчиков? Верните мои деньги, камон! И мне предлагают начать новый уровень. Ну хорошо, давайте попробуем. Что? Ну хорошо, да, я уверен. Да ну блин, они походу издеваются. Что значит вы уверены на 100%? Да, я уверен на 100%. Хорошо, подумайте. Я начинаю сомневаться, стоит ли вообще нам продолжать. Ну давайте рискнем, блин. Еще не поздно остановиться. Ну это уже реально какой-то абсурд, но, блин, все, рисковать так рисковать, давайте, идем дальше, все, да, да, продолжаем. Угу, тут тоже, да, продолжаем. Что? Что значит оборозка? Обложка удалена. В смысле? Говорили мне всегда, что нужно читать перед тем, как кликнуть, но... Как? Почему? Ну ладно, хорошо, завершить. Что значит, к сожалению, эта обложка больше недоступна? Начать новую? Хорошо. Загрузка новой обложки? Я думаю, что это будет классная игра. Что? Новая игра? Это реально выглядит как какая-то игра, но если честно, я уже сомневаюсь, стоит ли кликать и начинать ее. Помогите мне решить в комментариях и напишите, стоит ли начинать новую игру или не нужно, а то после всех этих штук я уже сомневаюсь. Или просто выйти уже отсюда и все. И почему рекорды недоступны? Что ж, друзья, похоже, нас ждет очередная новая гениальная игра про обложку. Вторая часть, между прочим. Поэтому пишите в комментариях, стоит ли нам начинать ее или лучше выйти. Жду ваши комментарии.